Всем привет, друзья! Вот такой Chevrolet увидел, наверняка 50-х годов. Сохранность так себе, но судя по тому, что я езжу по этому маршруту довольно часто и впервые увидел этот автомобиль здесь, его кто-то купил и привез, поставил сюда. Также вот, смотрите, хомуты одеты, да? На дверь переднюю. Будут, наверное, машину восстанавливать. Кузов стучит, как у Победы или у Волги 21. Вот. Такой. Будет со временем, если я правильно понял, что его будут восстанавливать, будет со временем хороший такой автомобиль. Добротный. А он и напоминает немного 21-ю Волгу или Москвич там 403, 407. Но уже не Победа, да. 50-е годы.